Седалио. Ну, теперь проснулся? Поднимайся, лентяй! Это Алекс, а это Сид. Чем занимаются, непонятно. Моей пенсии не хватает. Тебя нет дома никогда. Алекс женат, Сид холост. Ты очень плохой мальчик. Сид положил глаз на Катю, учительницу дочери Алекса. Очень достойную женщину. Алекс и Сид действуют по приказам заместителя комиссара Ромео. Лучше не расстраивайте Ромео. А в остальное время шантажируют мужей, которые изменяют женам. Хочу знать, с какой шлюхой он кувыркается. Алекс погрузился в работу. Глубже, глубже. А в это время... Что такое, Сила? К нам наведался Хавьер Крус. Наркобарон? Да, Хавьер Крус. Хладнокровный мститель Эльдидо убил сотни конкурентов своими руками. Хавьер начал разборки с... Энрико, Хулио Рука и Карло Негро. Король Негро, твою мать. Извини, король Негро. Для поимки Хавьера в Португалию прибыл спецагент ФБР Сэм Фолкс. Кто будет полицейским, приветствующим американцев в стране трески? Позвольте показать традиционные португальские объятия. Иди ко мне, голубок. Нет. Добро пожаловать в Португалию. И расследование началось. Знаешь Хавьера Круза? Все знают Хавьера Круза. Он, блин, нафиг рок-звезда. Полиция! Но у них на пути встал инспектор уголовного розыска Каньял. Он чертова пиявка! Отстанет только, когда кровь высосет. Такой шанс полиции выпадает раз в жизни. Охота начинается. Эй! Сэм? Раз, два... Дьявол! Надеюсь, что не придется приносить тебе котлеты в тюрьму.